Правда, хватит переживать. Я же люблю тебя, дурачок. С самого начала испугали уже. Идиот, да. То есть, да, как оно? В русском языке слово дурачок, в английском идиот. Ну как это звучит, да? Я же люблю тебя, идиот. Как открывать этот чемодан? Физика вышла из чата. Спасибо. Я уж думал, не дождусь. Но в английском, в английском, по идее, есть слово дурак. Фул. Фул. Ну, фул и фулиш, глупый. Ну да. Странно, почему идиот перевели как дурачок? Ну, да, там интонация, контекст немножко будет другие, но я не знаю. Ну да. Так, это Google свой. Там по-немецки что-то было. Прочитай, как будто я типа знаю. Все, окей, давай. Где вы должны проспать дневные невзгоды и забыть. Вы видите там... А, это стихи, ясно. Я думал, что-то важное, что-то прям нужное. А, это стихи. Я пытался, я как мог. Я немецкий вообще не знаю. Я знаю там... Ай, цвай, полицай, драйфир, гранагир. Все. А, действительно. Блин, я помню эту песню, да. Ай, цвай, полицай, драйфир, гранагир. Я и дальше знаю, но не буду. Более вах, более. Что-то там идет, да? Ясно, здесь тупик-то. Дебе нахуй, нахуй. Ты чё, сука? Охренела совсем, что ли? Ёбаная осень, блядь. Нахуй ты мне эти листья сюда засунула. По-моему, это не самая лучшая идея. Я согласен, блядь, у меня аж глаз зачесался. Ебать, там вылетело чудо. Что это? Что с ним стало? Да не пойду, да? Ага. Блядь, твою мать! Вы погибли. Блять, скримеры, ну конечно. И чего не хватало, блять, в амнезии так это скримеров, ага. Короче, вот эти пещеры еще ничего. По ним можно пошастать, походить, посмотреть, поиздавать. Но вот та темная, которая была в конце прошлой серии, ну там вообще же ничего не понятно. Нихуя не понятно, ничего не видно, блять, поджигать нечего. Там, блять, хоть в жопу, я не знаю, там глаз себе выколи, и все равно ничего не будет. Ну ебаный. И все равно ничего не будет понятно. Блять, если бы я могла вспомнить. Я не знаю, когда я слышу слово «фак» и в переводе написано «черт», меня как-то это... Мне как-то немного того. Как бы да. Скорее, даже можно было перевести «ебать». Ну да. Мне кажется, совершенно неправильный перевод. Ну какой черт? Она находится хуй пойми где, в пустыне, без еды, без воды, беременная. И вместо того, чтобы сказать нормальное слово «блять», она говорит «черт». Ну я что-то не верю в это. Фак, мазафак, блять и прочее такое. А, раз ты дышь, твою тудыть, как мне не повезло. Да? Или как я, ёбаный урод, это ваше казино, да? Вот как хотите, я в это не верю. Таси, что там за надпись? Я к тому, что в оригинале там мат-перемата такая, типа в переводе такая, ну блин, не фартануло. Какая досада. Да-да-да. Опять не получилось. Я по-французски не бум-бум. Это что, французский? Welcome to the end of the world. Как это так, значит? Это английский. Мне кажется, это английский. Я что-то прям не похож на французский. Welcome. А где мне найти зарядку для моей трубы? Только между нами, мне кажется, он выпивает. Может, его сюда отправили, чтобы он завязал? Так, все, пизда, я застрял. Я застрял. Ну ты издеваешься, блядь? Ну ёб твою ж мать! Ну почему нужно застрять там? Ой, конь, блядь. Ну хорошо. Записываю то, что было до этого. Неудача сохранился. Так, интересно. Оно автосохранилось. Очень, кстати, интересно. И что мне, блядь, делать? Чуть-чуть на 40 секунд пораньше. Когда я еще не застревал в текстуру. Это не смешно, это не весело. Да ладно! А предыдущее сохранение было пиздец как далеко, да? Кто ты, разработчик? Oh my! Так, не понял. Но это забыли снять разработчики 100%, отвечаю тебе. Кто-то просто сидел на работе, любовался девками, потом забыл в финальной версии убрать картинку. Ой, спалился сейчас. Ну нахуй. Пойдёте отсюда. Да, там какие-то ебобошки происходят. Пизду. Привет. Значит... Блядь, ебать, я рот нахуй! Так вот это откуда момент был. Иди, что я... Сучара, я так и предполагал. Лопота, блядь. Да, ну ты не такой, че нахуй такой? Селитра моя надо, иди сюда, да, это же селитра, да, да. Ебать. Тише, тише, детка. Это мой просто сон, ты добрый, блядь, пробилась. А у меня все обосралось. Что-то мне как-то время неправильно идет. Что-то... А, блядь, перепутал маленько. Совсем чуть-чуть перепутал направление взгляда. Что?
там буль-буль-буль плывет. Ну да, она, скорее всего, задыхаться начала. Что это, блядь, за боевой клич, нахуй? Что это за боевой клич? Объясните, пожалуйста, что это такое? Это был коктейль. Нет, ну это что-то это... Он кушал вишенку. Это явно... Нет, это было реально больше на Лю Канга похоже. Что-то неземное. Здесь что-то слишком все как-то развито, прокачано. Ну, хотя это все, вон там, говорят по этим передачам-то умным, там всякие вот эти древние цивилизации, там великаны, блядь, связи с инопланетными всеми, там приезжали, там показывали, там рассказывали, там строили, там учили. В итоге все это стало прекрасно, и все вот, пожалуйста, работает. Так, а чё, почему? Что ты делаешь, кроха? Один плюс два. Да-да. И сколько это один плюс два? Да-да-да-да. Ну здесь что-то не Атмосфера не предполагает. Бывает, бывает. Все. Ага. Дрюкаю мышкой. Дрюкаю мышкой, чтобы открыть двери. Поехали дальше. О май. Все. Здесь надо превьюшку для игры сделать. Вот как эту, только ладонь на лоб положить и... Просто надо играть с геймпадом. И прям на финальную серию прям ее вот поставить. Прям, прям вот замечательно будет. Прям можно даже нарисовать просто в пейнте карандашом ладонь на лбу. И будет за третью, блядь, ладонь на лбу, и будет хорошо. Используешь какой-то свет или за счет камеры картинка четко? Ну, свет, конечно. Без света вот так. Можно вообще сделать жестко. Вот на сколько света стоит? На троечку? Я что ли до сих пор? Да, да, Little Hope. Он так говнишко в штанишки подкидывает. Ебаные ноги, у сука. Что? Слабый разум смертным дан. Сказал со стаканом нам еблан. Ну да. Когда в кустах... Ну? Я тебе говорю. Когда в кустах что-то шуршит... Это понятно, либо меленькое шуршит, либо... А что ты не видел ничего? Вообще ноль эмоций, блядь. Бля, что? Я Анжела хоть такая хлебала щелка. Ну выбей ее, блядь, она же трухлявая. Удержался. Сдержался, да. Куда они ушли-то? Блядь! А теперь... Что, ух ты ж, ебать, это остаточные пружинные механизмы в телефоне зазвонили. Другого объяснения здесь просто нет. Как же это внезапно происходит? Подсказку? Хотите? Ну давай, что же отказываться? Видишь, никто не умрет. Так я просто рофлил. Ну что ж, подсказок нет. Мы с вами еще раз обратимся. Я хочу стоять под определенным углом и управлять фонариком, чтобы посмотреть, куда... Знаешь, подсказки этого чувака, это просто как есть два стула. Ну да, кстати. Нихуя ничего они не решают. Топ-кадр идеальный. Да. Ну да. Ну да, ну да. Так оно и должно было быть, да. Фух, хорошо, ладно. Первый турист у тебя очень долгое это время. Это просто в этой игре, фух, когда ты другу геймпад передаешь. Это реально город-призрак. Кто он там нашел? Грифель из карандаша вылетел, представляешь? Чё это вдруг? Чё это вдруг? Грифель? Угу. Ну разве грифель? Не графит? Саша, грифель называется, графит, это материал. А. Ну я тупень, значит, в этот раз. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Там же волшебная звучка. Да. Священник, падре. Это я. Следующий. А-а-а, заебал! Сука! Скорее бы! Не терпится! Озвучка, конечно, русская там... Посредственная. Там скорее должно было быть что-то с сарказмом, учитывая его перекошенное выражение лица. Ну да. Но сначала так, так заебись, я следующий, наконец-то я тут съебусь. Ну, ебаный. Типа, это я. Следующий. Я не знаю, как это правильно сказать даже, чтобы это было нормально. Возможно, там, в принципе, в оригинале слова немножко другие. Ну да, а у нас... Я не знаю, поначалу, конечно, писали в комментариях, что диалоги здесь жутко тупые, но они, блядь, прям вот тупеют, по-моему, с каждой серии эти диалоги. Они скоро превратятся в что-то типа... А зачем? Я не знаю, если б я знал!
промолчать. Мы знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое, да. Понять, не понять. Все, что, блядь? На диалогами, по-моему, вообще не запаривались здесь. Прям совсем. Запись-то. Запись-то идет. Здесь давно никого не было. В второй половине игры обычно, когда вот эти вот вылетают скримаки с прошлого. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Не надо. Давай просто перелезем. Нахуй двигать тяжелые ящики. Ну, давай. Я не буду нажимать ничего. Нет, не надо. Это будет очень громко. Эта хрень весит тонну. Это будет очень громко. Я специально нажимал. Да в смысле еще раз? Я, блядь, этого делать не хотел! Ёбаный в рот! Я, блядь, не хотел этого делать! Иди ты жиза просто! Сука, раз, блядь! Какого хуя меня подставляете? Дэниел? Сгорел! В первой игре, блядь, я прыгнул, потому что написано было «Прыгай, сука!» И я прыгнул! В первой игре, блять, я прыгнул, потому что написано... Man of Madden? Ага. Это было «Прыгай, сука!» Спрыгнуть было написано. Я прыгну! Спрыгнуть! Ты что? Я пошутил! Какой спрыгнуть? А не надо было прыгать. В этой части я сказал, не надо, сука. Он тяжелый. Это громко, это палевно. Ой, блять, он весит тонну. Давай еще разок, блять. Давай, хули там. Да-да-да. Лиза просто. Смею. Как у нас никто не помер? Чё? Man of Madden. Как он умудрился всех убить? Что это вообще? Это в Man of Madden, походу, да, было? Да. А. Я там угандошила все QTE, почему все, видишь? Ну, как-то да. Как ты работаешь? О, красавица. Эх, было бы рожь посветлее, была бы превьюшка хорошая. Так ты ж мог в фотошопе осветлить. Это не наш путь. Ебаный рыбец. Дуч, блять, в часах. Ой, превьюшечка, ебать! Кстати, прикинь, ты всех сберег, а в конце они, короче, все на вас нападают. Привет. Знаю, ты не виноват. Ясен хуй, я не виноват. Спасибо, блять. Вся ответственность на тебе за любую... За любой ущерб, причиненный этим персонажем, я тут не виноват. Ха-ха-ха, хитро! Такой просто ответственность себе скинул. Не так как этот, как Катамаранов, да, в Лапенко, когда эту Зиночку вдул сначала и потом выдул. И она выдулась хер знает куда. Такой, все, я ухожу, у меня встреча, деловая встреча, я снимаю с себя ответственность. Больше, да, и такой, я снимаю с себя ответственность. А чего бы нет? Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.